I think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик утренних акций. Сейчас посмотрим, что на русском сервере. Добавили что-то или не добавили. Трать с выгодой. Что, коллекционер есть, что ли? Набор сокровищ, счастливые, квесты, алхимик. Не, нифига нету. Так, собери сам. Что-то поменяли. Или все то же самое, ни о чем. Алис, мастер. Печаль, короче. Ничего интересного нового нет. Да, есть коллекционер героев сегодня, но... Если сравнивать его с АС-коллекционером, либо же с английским, это ни о чем. Сейчас глянем, что на инглише. Матрона. Печалька, короче. Шариков, кстати, так и нету. Накопление, ничего не поменяли. На Тайване за 100к хоть можно половину зефира собрать. Это, конечно, боль. Да, половину акций, короче, русский сервер обходит. Так, поехали на английский глянем. Что у нас на инглише интересного? Так, большой набор. Не дешевеет пока. Матрона стала дешевле уже. И тут тоже выкидывать. Но, блядь, я не знаю, они или в мечтах каких-то живут, или что. Мастер, половина Матроны. Я понимаю, если бы эти герои хоть что-то себя представляли. Вот божество 4 раза дешевле, нежели Матрона там, или в 2. От него толку намного больше. Так, это уже подготовка, кстати, должен сегодня, сколько у нас, 31 день. Завтра должен быть уже новый этот пропуск. Интересно, что они нового придумали или опять всучили то же самое. Так, аккумуляция. Найм героев. Русталка, зефир. Тандер с лисицей. Вот есть сундучки. Интересно, что-то поменяли, нет? Все тоже. Но вот они уже здесь, я не знаю, какой. Пятый или шестой раз. Так, еще не могу зажать следующее. Но все равно поприятнее, нежели на русском. Так, окей, поехали. Чекнем Тайвань. Там у нас, наверное, батин аккаунт еще. Странно, что он новую локацию запустили, у нас только на этом, на Тайване. На других серваках она еще не запущена. Наверное, Тайвань просто тестовый. Thank you.
Что-то Тайвань очень долго подгружается. Видимо, тут сейчас что-то будет прям мегавау. Такс. Ну вот смотрите, вообще. Вообще песня 10-й ожог, ребят. За самоцветы. Как вам такое? Это реально кайф. Бля, без доната это просто подарок. Вот тут на второй вкладке такое же, как на русском, на третьей. А что тут? То же самое, ну, честно говоря, неинтересно уже. Эти пакеты есть. Как-то странно, нету сегодня акций. Сменки. Вот я забрал монетку. Ну вот, разница, смотрите, тратите вы 88 тысяч, получаете 80 зефира. Сравните с русским сервером трату. Здесь у нас за сменки. Так, отлично. А давайте еще сбегаем в новую локацию, посмотрим. Ну что-то как-то Тайвань подвисает очень жестко причем. Двенадцать дней еще. Трэш какой-то. Ну, все то же самое, ничего не поменялось. Для того, чтобы увидеть свою эту, вам надо пощелкать. На 17-м месте. Никто еще до имперского не долез. Короче, такое, не знаю, я уже говорил насчет этой локации. Как по мне, это просто жопа какая-то, не локация. Вот посмотрите, как можно, блядь, увидеть, кто где. Ну, вон по карте мелко видно, конечно, наверху еще захваченные зоны более-менее, но это писец. Бред. Короче, дичь полная, а не локация по мне. Так, идем еще немочку чекнем. Интересно, что там есть. Она, конечно, обновится после 10. Блядь, Тайвань что-то висит, не знаю. Блин, у меня на эмуляторе подвисла она, но загрузка даже длительная была. Может, эмулятор уже не выдерживает этой игры. Yeah.
Да, скорее всего, эмулятор не выдерживает битвы замков. Короче, супер. Что я могу сказать? Это просто жесть. Утро началось с залипания и зависания. Так, я, кстати, вчера, по-моему, завтыкал. А, не, забрал, забрал, все, забрал, все good. 100 осколков трианта у нас сегодня. Ну, неплохо. По ивентам. Ну вот, здравствуйте опять. Вообще песня. Вот мне это нравится. Вот когда вот заходишь на сервер и в кайф просто себе жмакаешь, и у тебя плюс 5 осколков Мэри. Кайф. Так, у нас закончился этот островок уже, к сожалению. Так, что у нас интересного и тут есть? Вчера я офигенно паролил осколки нового героя, 566 попыток, и ни хрена толком не упало. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Писец какой-то творится в битве замков. Пишите комменты, ставьте лайки. Так, надо сегодня не забыть забрать вот так вот пыльцу. Что у меня еще есть 4 попытки. Надо насобирать, забирать эти камешки. Ну, на все по-любому не хватит. Но частично мы позабирали хоть что-то. Половинку трианта нам дали. Пятьдесят три. Ну, скоро будут новые герои на этом аккаунте. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.